Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні в нашій студії спікер Микола Войтенко, депутат Сумської обласної ради від опозиційного блоку, і Дмитро Єфіменко, кандидат юридичних наук, адвокат, представник опозиційного блоку на Сумщині. І тема нашого ефіру – це субсидії. Тобто, хто буде отримувати субсидії, а хто може її позбутися і що робити в даному разі, якщо у вас є проблеми з її призначенням. Отже, починаємо, панове. Минулої зими такі офіційні цифри у нас були по області від управління соціального захисту. Субсидії на Сумщині отримували 260 тисяч домогосподарств. Це третина населення області. Сьогодні люди, чим ближче до осені і до початку опалювального сезону, тим більше тих людей, які бояться, що нічим буде платити за комунальні послуги, особливо за тепло, і бояться, що вони не отримають субсидії. От яка ситуація зараз із прийняттям цієї постанови від 1 травня? Ситуація дуже складна в області. На сьогодні за перше полугодие в Сумській області обратилось за субсидіями около 240 тисяч жителей. К сожалению, получили право получать субсидии только 1/3. То есть 2/3 людей, которые обратились, государство с принятием этой постановы отсекло их. Ну, это ситуация критическая, я считаю, и надо максимально всем, в том числе в первую очередь и депутатскому корпусу, защитить людей. Вот за последние полтора месяца, которые после принятия этой постановы, к нам обращается огромнейшее количество жителей Сумской области в наши общественные приемные оппозиционного блока, общественные приемные депутатов всех уровней, помощников депутатов, чтобы мы дали бесплатную юридическую помощь, подсказали людям, как в той или иной ситуации, когда им местные чиновники безосновательно отказывают в получении субсидии, мы им консультируем, помогаем, разъяснения даем. Я думаю, что мы и дальше будем работать в этом направлении. Я хочу заверить всех жителей Сумской области, что команда оппозиционного блока не оставит людей один на один с сегодняшней антинародной властью, которая проводит античеловеческие эксперименты над людьми, то есть довела 70% населения до полной нищеты, дала им сначала субсидии, а теперь лишает этих людей социальной защиты. Ну и ситуация пришла критическая на сегодня. Мы будем помогать людям. Я думаю, что мы сейчас работаем такой вал обращений, что ближе к сентябрю мы откроем онлайн-приемную и будем консультировать, подсказывать людям, как правильно заполнять документы, как действовать, если им отказали безосновательно, и будем работать в этом направлении. Пане Дмитро, до вас запитання. От пригадуєте, мабуть, років два тому субсидії якби запрошували всіх бажаючих приходити до управління соціального захисту і брати субсидії. Навіть можна було відправити декларацію просто поштою, ніяких не питали додаткових довідок, чи там про зарплату, чи там про якісь інші доходи. Сьогодні, от, як сказав пан Микола, що відсікли колосальну кількість людей від державної допомоги, яку призначали на підвищення вартості комунальних послуг. Ви, як юрист, напевно ж, ви проштудіювали цю постанову, і які от там найбільші такі болеві точки, і які найтиповіші причини, через які людям відмовляють? Ну, дійсно, як сказав предыдущий спікер, колега мой, согласно положення о порядке назначення жилищних субсидій, которое утверждено постановление номер 329 от 27 апреля 2018 года, изменено порядок обращения граждан за получением субсидий. Именно есть четкий перечень лиц, которым необходимо подать наново документы, чтобы им наново назначили эти субсидии. Значит, какие основные моменты путем, скажем так, обработки этого положения я для себя выявил. Первое, то, что люди, не зная тонкости этого положения, идут на поводу незаконных требований работников департаментов социальной защиты населения, которые требуют дополнительные справки, то ли о составе членов семьи, то ли о заработной плате членов семьи. Значит, этого ничего не надо подавать.
Пунктом 13 положение четко указано. Перечень документов, которые должен подавать человек, который претендует на субсидию. Именно. Первое. Он подает заявление о назначении жилищной субсидии. Второе. Декларацию о доходах и тратах. И справку о доходах, если он указал доходы, которые нет информации о них в органах Державной фискальной службы, в органах соцзащиты, пенсионном фонде. То есть, к примеру, доход, который он получил за границей. Ну, он его решил показать, и он его указывает. И в случае наличия договор найма или аренды жилья. Все. Согласно этой же пункта 13, но уже части 4, во время приема документов о назначении жилищных субсидий запрещено требовать от граждан какую-либо дополнительную информацию. Почему? Потому что, опять-таки, нормами этого положения органы социальной защиты населения наделены правом давать запросы и получать ответы на свои запросы. В частности, проверяя данные, которые указал заявитель. Скрізь є електронні дані, да. Правда? То есть они фактически, скажем так, из-за нагрузки, которая ложится на их плечи, в связи с тем, что большое количество обращений граждан, они хотят себя снять нагрузку, переложить эту нагрузку просто на плечи граждан. Ну, скажем так, просто-напросто говоря, вам надо, вы идите и берите. Ну, традиционная схема, которая раньше и была. То есть люди, не зная тонкости этого положения, ну, боясь не получить субсидию, вынуждены ходить, стоять, простаивать в очередях, тратить время. Они все же работают, кто пенсионер, ну, надо там по хозяйству. То есть чем заняться людям. Перекладывают на плечи. Это первая, скажем так, проблема. Вторая проблема то, что граждане путаются в терминах и думают, как указывать в декларациях или не указывать людей, которые вот, в частности прописан, но не проживают. Значит, есть два термина, которые встречаются у нас в этом положении. Это член домохозяйства и член семьи лица из состава домохозяйства. Значит, разберемся по этим терминам. Кто такой член домохозяйства? Это лица, которые проживают, прописаны там и фактически проживают. То есть кроме регистрации, они еще должны фактически проживать. То есть должно быть две составляющих. Именно проживать, ну, зарегистрированы, и фактически проживать. То есть если он может быть зарегистрирован и не проживать, то он уже не является членом домохозяйства. Следующая норма – это кто такой член семьи. Согласно статье 4, части 3 Закона Украины о государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, в состав семьи включаются муж, жена, родные, усыновители, дети этих лиц возрастом до 18 лет, а также дети, которые обучаются на дневной форме обучения в общеобразовательных учреждениях ПТУ, вузах первых-четвертых уровней аккредитации до достижения 23 лет, и которые не имеют собственных семей. Это независимо от места проживания, пребывания или регистрации. То есть вот поэтому сами судите. Если у вас брат, сват, кум, также взрослый уже ваш ребенок, которому там 25-30 лет, 45. Это уже окремая семья. Да, он фактически у вас зарегистрирован, но не проживает. Как в таком случае, стоит ли вы, а также должны будете указать его доход, который вы можете не знать. Допустим, если человек проживает за границей длительное время, ну как вы можете там, ну, знать, и какую вы справку можете принести в отдел соцзащиты? Вы этого не можете знать. Значит, в таких случаях при указании в декларации, я считаю, будет правильным указать, что человек прописан, ну, зарегистрирован, да, но фактически надо пометку обязательно ставить, что фактически он не проживает.
А треба якісь, може, брати заяви у сусідів, да? Щоб вони підтвердили, що людина не живе. Это все относится к полномочиям отдела соцзащиты. Они, в частности, комиссии, которые также имеют право принимать решения о предоставлении субсидий, они составляют акт обстеження житлово-побутових умов. То есть составляется акт, который подтверждает фактически изложенные в поданных документах информацию заявителя о предоставлении субсидий. То есть это вот такие две кричащих, скажем так, ситуации, которые сейчас имеют место и будут иметь место, потому что люди не знают, что им делать, как вот указать, скажем так, органы соцзащиты всячески, вот у вас есть член семьи, вы должны указать его доход. Человек говорит, так я не знаю, он за границей же. Это ваши проблемы, значит, мы вам отказываем в субсидии. И все. То есть, а потом дальше ходите, обжалуйте в суды, обжалуйте комиссии, это время, и уже пройдет, скажем так, тот период, отопительный, неотопительный период, который имеет право человек на субсидию. И все, и фактически так его по кругу пускают, отсекая. Угу. Ми продовжимо цю розмову. От до вас запитання. Я так собі прикинула, що, мабуть, десь 60% населення України зараз потребують, да, відверто говорячи, субсидії. Як з точки зору взагалі подивитись на цю проблему, з точки зору діяльності влади? Мені здається, це катастрофа, коли стільки бідних людей. Взагалі, чим це може бути викликане? От як ви можете сказати? Мы считаем, что сегодняшний правящий режим из-за нехватки денег, а мы просчитали, что в этом году не хватает около 40 миллиардов гривен, он хочет специально лишить около 2 миллионов украинских семей от получения субсидий. Вот сегодняшняя власть, она должна не заниматься тотальной проверкой получателей субсидий. А мы предлагаем все-таки снизить цену на коммунальные услуги в два раза. Это в первую очередь на природный газ украинской добычи. И тогда что это... у нас с газом? И у нас тогда... каждая влада, как приходит, говорит, что та злочинна бере больше грошей, да, хватает... что газ власного видобутку, его вистачає. От як взагалі, от скільки... Официальные данные. В прошлом году добыли чуть больше 20 миллиардов метров кубичных газа в Украине. Население спожило 15 там, с копейками миллиардов. То есть еще остается около 5 миллиардов лишнего газа. Просто сегодняшняя власть тупо наживается, поднимая тарифы необоснованно, применяя формулу по газу Дюссельдорф плюс, по электроэнергии Роттердам плюс. Просто это выкачка денег с населения, и при том с нищего населения. Я думаю, что это на предстоящие выборы они и дальше выкачивают деньги и хотят просто уже... Останнее забрать у людей копейки, которые у них остались, и довести людей до полной нищеты. Хотя по данным Организации Объединенных Наций у нас и так больше 60% людей находится за чертой бедности. Не доедают навіть. Поэтому это абсурдные, там же есть, я бы хотел бы дополнить предыдущего выступающего, что в этом же положении про порядок предоставления субсидий в новом, который утвердилось, там же куча абсурдных моментов. Например, если у вас есть задолженность больше 340 гривен, вы уже лишаетесь субсидий. Что власть и местная, и центральная делает? Они позже разносят платежки, специально нагоняют задолженность, и человек лишается субсидии, и потом добивается 2-3 месяца, пока разберется во всем, и так отсекаются тоже люди. Например, в чем абсурд тоже в постанове? Вот человек, там, семья 8 человек, живет в квартире 121 квадратный метр. Она не подпадает под субсидию. Живет два человека в квартире 119 квадратных метров. Они получают, у них все нормально выходит. Есть же социальная норма, количество квадратных метров на одного человека. И было, и будет так, что больше этой социальной нормы никто же не получит. Зачем вы нарушаете права людей? Это чистейшие нарушения прав людей, которые имеют больше, это дискриминация людей. Просто по майновому принципу. Дальше. У вас там есть Таврия или Ланос, которой там 4 года и 11 месяцев. Она стоит сейчас копейки. Копейки стоит. А у человека Бентли, там Порше, которому 5 лет и 1 месяц. Он получает право субсидии.
И куча таких абсурдных моментов. И мы же, когда перед, вот недавно мы проводили сессию областного совета, мы подготовили оппозиционный блок обращения к кабинету министров, указали все это, скажем так, положения, которые просто абсурдные, дискриминационные и нарушают права людей, а простыми словами, они антиконституционные. И мы направили в Кабмин, нас депутаты поддержали областного совета, убрать эти все моменты. А вообще мы считаем, что это постановление надо его вообще отменять, потому что она социальная несправедливость вводит, нарушает конституционные права людей и вообще в принцип справедливости. Продовжимо ці приклади, що ви наводили. От чи можете ви щось додати до того, що сказав пан Микола? Так, Николай Григорович правильно, я вважаю, підмітив у некоторих неконституційних, в тому числі на мій взгляд, положенням, які содержаться в даному новому порядку назначення субсидій, в частності, дискримінаційний, скажімо так, признак по площади квартиры, да, или дома. То есть если у тебя квартира 120 квадратов или дом 200, ты уже просто сам по себе не имеешь права обратиться за субсидией. То есть нарушается принцип равноправия граждан, который у нас утвержден в Конституции. Правильно также указал Николай Рюрович, я хочу его дополнить. Вот смотрите, возьмем на примере города Сум или другого большого города. Ведь есть квартиры 100 квадратных метров, но по месту расположения она находится в центре и с хорошим ремонтом. А 121 квадратный метр, она находится где-то на окраине города и с плохим ремонтом. И там живет действительно 8 человек, а тут живет один человек, 100 квадратов с позолоченными обоями и так далее, там с дорогой сантехникой, и он может претендовать на субсидию. Где же социальная справедливость, где оценка этого всего? Ну, я считаю, что это нормы, которые прямо нарушают действующую конституцию. Опять же по автомобилю. Ну, как человек мог знать год назад, два года назад, три года назад, что будет такая ситуация? Государство теперь ставит человеку выбор, что, мол, или ты продай машину, чтобы у тебя ее не было, ты мог обращаться за субсидией. Или же, если есть машина, мы тебе субсидию не дадим. А если он зарабатывает деньги на этой машине, ну вот он таксист, да, ездит на Deo Lanos, которая, правильно вот сказал, чуть больше 4 лет, то есть, ну, до 5 лет. Опять же, не будут иметь права на субсидию люди, которые в течение 12 месяцев получили однократно услугу или приобрели, допустим, какую-то совершили покупку более чем на 50 тысяч гривен. То есть 50 тысяч и более. Что такое на сейчас 50 тысяч гривен? Вот я привожу пример. 5 лет люди копили, ну, семья там, допустим, возьмем так, среднюю, 5 человек, да, папа, мама, трое детей. Никогда в жизни не ездили, там 5-10 лет копили в ту же Турцию съездить, потому что вы знаете, сейчас поехать у нас в Одессу, это ездят в Одессу те, у кого не хватает денег в Турцию. Наоборот, наверное, даже. Едут, покупают там 51 тысяча гривен путевка, да? Все, вы не можете все субсидию, уже. Да. Следующая ситуация, жизненно. Едет человек, попадает в ДТП, не по его вине. Он прав. Кто-то совершает ДТП, машина не может ездить. Выплачивают ему страховку 52 тысячи гривен на ремонт и восстановление этой машины. И все. Все. Вы уже не можете претендовать на субсидию. Но он же не виноват в этой ситуации жизненно. И таких, вы знаете, ну, именно бегло, недосконально еще изучая это все положение, ну, тут просто, я говорю, скажем, столько упущений, и оно действительно как выписывалось, чтобы всячески людей, ну, скажем так, зажать в те рамки, чтобы постоянно держать напряжение. Іншими словами, державі вигідно, щоб люди були бідними. Нічого не купували, не розвивались, не будували просторих квартир. Ну і взагалі... Причина одна, на самом деле, вона проста. У государства просто нету в бюджеті денег
покрывать эти все частичные выплаты за коммунальные услуги. Вот и все. Они просто, ну, чтобы вы понимали, на сейчас запланировано 71 миллиард на субсидии. А получается гораздо больше еще надо. И государству ничего не остается, как, скажем так, выдумывать какие-то механизмы, которые будут ущемлять права людей. Ну, это не социальное тогда государство, потому что и здесь же параллельно топ-чиновники монополиста НАК «Нафтогаза», которые ничего не делают, только перекладывают документы, получают премии больше миллиарда гривен. Мы считаем это вообще кощунство, и эти деньги надо опустить вот как раз получателям субсидий. Ну, Микола Григорович, а дивіться, от ви сказали, що постанову треба відмінити, бо вона антидержавна. От у нас 2019 рік, уже зараз політики готуються до нових виборів. Як правило, у нас перед виборами включають всі політики максимальний популізм, бояться підвищувати тарифи і ціни, навпаки, все роблять для того, щоб пообіцяти якнайбільше, що все буде взагалі знижено до мінімальних розмірів. Тобто зараз влада і, ну, ризикує відверто, да, от не отримати тих бонусів на виборах. Як взагалі от ви можете прокоментувати? Ну, або навпаки вони відмінять постанову перед виборами. Діло в тому, що у сьогоднішньої власті і так рейтинг там близок к обезжиреному кефіру. Тому що вони проводять антинародну політику, антисоціальну, займаються тарифним, соціальним геноцидом, зараз уже субсидіарним геноцидом. Ну, тобто, працюють не в інтересах людей і навіть не в інтересах государства. Работают в своих интересах, в интересах других государств, транснациональных корпораций, и в этом есть проблема. Вот когда у нас будет проукраинский президент и проукраинская власть, тогда у нас что-то изменится. Я больше чем уверен, что придет другая власть, и тарифы на жилищно-коммунальные услуги, начиная от природного газа, они будут уменьшены в два раза. И тут надо работать не только снижать тарифы в два раза, а нужно еще поднимать доходы населения, чтобы и покупательскую способность, экономику развивать, создавать рабочие места. Ви ніхто ж сейчас экономикой не занимается. Вы бачите, да? На прикладі Сум, у нас підприємства навпаки закриваються. У нас предприятия закрываются, и у нас сейчас основным плательщиком в бюджет есть бюджетные организации. Но это абсурд. Фрунзе на грани, насосная ситуация непростая, на Химпроме сложная ситуация. Ну, а власть занимается, то памятники сносит, то переименование, то есть вкидывают в общество такие, знаете, разделяй и властвуй. То есть сами воруют, наживаются, а вкидают такие темы, которые в обществе там будоражат. Вот, то памятник, то улица переименуют, то еще другое. То есть, а экономикой никто не занимается. Угу. Ну, пане Дмитро, давайте до вас запитання останнє вже, да? От ви як юрист або підтвердите мої слова, або ні. Мені здається, що будь-яка постанова, будь-який закон, який приймає влада, він має працювати на людей. У нас, власне, прийнята ця постанова, зміни до постанови, які погіршують взагалі соціальний статус людини, порушують її права конституційні, як ви вже сказали. От прокоментуйте це, і от що робити людям, які дійсно відмовили в призначенні субсидій? От ви вже говорили, що будете працювати, але може якісь конкретні, да, от куди може звертатись, які документи з собою мати? Ну, я думаю, зрителі, видя неоднократне виступлення представителей Кабінету міністрів, в частності, хто приймає такі постановлення, вони слышали і видели, я думаю, многочисленные скандалы по поводу вообще наличия образования у тех или иных лиц. Вот, в частности, даже вот сейчас под сомнение ставится наличие диплома о высшем образовании премьер-министра Гройсмана, Ульяны Супрун. Ну, вы знаете, у некоторых депутатов вообще непогашенные судимости, у некоторых мэров даже в Сумской области судимости, справки, скажем так, которые ставят под сомнение психическое равновесие, адекватность человека. Ну вот посмотрите, кто принимает законы и подзаконные акты. Это, я считаю, вообще ключевое. Во-вторых, ну, как сейчас очень модно
привлекать общественность при принятии каких-то, скажем так, документов или актуальных, скажем так, подзаконных актов. Ну почему не была привлечена общественность какая-то? Почему какие-то социологические опросы не были? Почему государство просто приняло это постановление и кинуло работникам этих социальных служб, которые тоже, я честно говоря, им не завидую, которые просто сидят, они задыхаются. Они, их выделили там каких-то там 5 человек на 10 тысяч субсидиантов. И они тут там с утра до вечера с квадратной, извиняюсь, головой сидят и пытаются что-то им объяснить, что-то растолковать. И купу негатива приймают на себя. Да, понимаете, я считаю это неправильно. И государство должно в первую очередь разъяснительной работой заниматься, рассказывать, подсказывать. Ну, а изначально, конечно, ну, принимать только законы, которые улучшать будут социальное положение человека. Прежде чем принимать такие нормы, которые там урезают граждан, я считаю, в первую очередь нужно зарплату должную дать, обеспечить рабочие места, чтобы пенсии были нормальные, чтобы человек подумал, в принципе, зачем мне субсидия, мне и так хватит пенсии или зарплаты заплатить коммунальные платежи. А потом уже повышайте тарифы, там, принимайте какие-то новые положения. Ну, вы людям дайте, чтобы они могли жить нормально, а не выживать. Вы же понимаете, люди, те, которые в селах, это вообще, это, ну, понимаете, я часто езжу, в частности, вот по Шосткинскому району, в таких вот, даже в самой Шостке бабушки говорят, боже, что ж це происходит? Как мне на 1400, у меня тут сын прописан, а мені оце взяли і відмовили в субсидії. Як мені жити? У мене платіжки приходять 1600 гривень тільки за опалення. Ну от як їй прожити? Тут ще я хочу два моменти відмітити, що ведь місцева власть, це в першу чергу касається міста Суми, Конотопа, Глухова, ведь теж не займаються і не допомагають людям. Они больше занимаются самопиаром за бюджетные деньги, разворовыванием бюджетных денег. А надо сейчас всем включаться и максимально сделать все возможное, чтобы департаменты чи управления социальной защиты помогали людям, подсказывали людям, а не делали перепоны какие-то и требовали с них те документы, которые даже в законодательстве не предусмотрены. И хочется еще сказать, что вот к нашей инициативе по социальной защите людей Сумской области подключились другие политические партии, общественные движения. И мы этому рады. В этом направлении всем работы хватит. И я не хочу разделять и сказать всем политическим партиям, давайте, долучайтесь до этой проблемы. Давайте, это нас, наш долг и наша обязанность помогать людям и их социально защищать. Дякую вам за нашу розмову. На жаль, час уже вичерпаний наш в ефірі. Я нагадаю, сьогодні ми обговорювали проблеми, з якими стикаються люди, яким не призначають субсидії на житлово-комунальні послуги. В нашій студії працювали Микола Войтенко, депутат Сумської обласної ради, і Дмитро Єфімінко, кандидат юридичних наук, адвокат, представник опозиційного блоку на Сумщині. Ну, тему, я думаю, ми ще будемо продовжувати. А на сьогодні дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.